Производство холодного проката. Здесь главную продукцию «Северстали» – металл – доводят, что называется, до ума, придают товарный вид. В зависимости от заказа металл должен быть определенной ширины, толщины, нужного качества, разрезан на листы или упакован в рулоны. Эти процессы контролирует Эдуард Виасовский. На комбинате он 17 лет работал в разных цехах, в тонкостях технологического процесса разбирается. На этом агрегате как раз и режет металл по заданным параметрам. Функциональную часть агрегата, дисковые ножницы, нужно менять несколько раз за смену. Для этого приходится все останавливать, отключать, вызывать электриков и слесарей. Ждать – значит терять время, а в результате снижается производительность. Теперь разрабатываем инструкции, подготавливается оборудование, чтобы мы, технологи, сами смогли себя обезопасить. Также будут проведены в курсы обучения нас на вторую группу электробезопасности. Именно на безопасность производства здесь теперь смотрят по-новому. С 1 апреля в рамках реализации проектов бизнес-системы «Северстали» тут работают навигаторы, специалисты по безопасности. Они отмечают, что идеи, даже проекты по усовершенствованию производственного процесса здесь были, но дали им ход только теперь. Стараются сделать труд безопасней по всем фронтам. Поменяли освещение, обновили посты управления, обеспечили рабочих водой. Кроме спецодежды, касок, беруш выдают теперь и защитные очки. Стараются решать любые проблемы, например, с перчатками. Детали, которые мы вырезаем на гильотинных ножницах, у нас есть совсем маленькие, размером 30 на 40 миллиметров. В этих перчатках, они, как видите, они жесткие и громоздкие. Доставать их из лотка достаточно проблематично. Эта проблема попала на специальную доску. Это тоже новшество, которое появилось благодаря новому проекту. За решение взялся мастер цеха, оценил риски, предложил временное решение. Чтобы избежать, скажем так, возможности травмирования, то есть как временно компенсирующая мера, выдавать им по необходимости данные перчатки синтетические. Конечно, износ там у них не сравнится, то есть каждую смену приходится новая буквально. Но, тем не менее, человек может безопасно работать. Любые проблемы пишут здесь. Этап решения отражены в графах. В самый последний плюсом или минусом обозначают итог. И в случае необходимости привлекают к решению более высокое руководство. Помогает коллективу в этом тренер по безопасности. Мы при помощи диалога, беседы с руководителем, отрабатываем, можно сказать, или практикуем применение новых методик, новых методов работы, для того, чтобы руководитель дальше смог эти методы применять самостоятельно. Из 17 мастеров половина уже прошла обучение, но главное, уже меняется отношение каждого работника к вопросам безопасности. Люди понимают, что дома их ждут целыми и здоровыми, а сделать работу безопасней вполне реально. Главное – проявлять инициативу, уделять внимание мелочам и не проходить мимо нарушений.